Единовременные выплаты к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне по указу президента Владимира Путина получат и 2800 староскольцев. Выплаты уже поступают на счета пенсионеров. По 7000 рублей в апреле получат участники и инвалиды войны, вдовы погибших, блокадники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Совершеннолетним узникам и труженикам тыла полагается по 3000 рублей. Всего 40 тысяч жителей Белгородчины получат единовременные выплаты в преддверии Дня Победы. Единовременная выплата производится вместе с пенсией. Если пенсия доставляется через кредитное учреждение, значит, единовременная выплата зачислена на расчетный счет, на который доставляется пенсия. Если пенсия выплачивается через отделение связи, значит, единовременная выплата доставляется вместе с пенсией через отделение связи домой к получателю единовременной выплаты.